На конкурс дети читают стихи. Город Ливны, Орловская область. Анисимова Анастасия. Дети войны. Опору на войнишку утешала девчушка в изувеченной избе. Не плачь, сама не доедала, пол сухаря оставила тебе. Снаряды пролетали и взрывались. Смешалась с кровью черная земля, была семья, был дом, остались. Теперь на свете ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем, и смерть вокруг летала слою птицы. Бедонья штанной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко. Зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дома девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне, молчание. Ни голоса не слышно, победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война.